Наверняка останутся и на дальнейшие матчи, возможно. Шкутов удар поворотом, и какой голешник! Владислав Шкут! 14 номер, 4-й гол для себя забивает на этом Кубке России. Да, пожалуй, я скажу, что это открытие этого Кубка. В каждом матче он забивает, и классный гол забивает. Два через себя в первом матче. Сейчас посмотрите, какой выстрел. И даже я бы сказал, что здесь претензий к Роговскому не очень много, потому что ударил великолепно. 2-1. И тут же момент. Крышанов на...